Друзья, всем привет! Сегодня поговорим с вами о сумке для садка Волжанка Pro Sport Evo. Сумка сделана из прочного, морозоустойчивого материала Evo. Предназначена для переноски садков и прочего рыболовного инвентаря. Сумка оснащена двумя прочными надежными ручками, а также ремнем для переноса сумки на плече. Сумка абсолютно водонепроницаема и хорошо удерживает запахи внутри за счет плотно прилегающей верхней крышки на хорошей, широкой, надежной молнии. Сумка предназначена для переноски садков и прочего рыболовного инструмента типа обвеса для платформ или кресел, каких-то небольших столов, которые помещались бы в эту сумку, ног для кресел и платформ. В общем, всего того, что сюда могло бы поместиться. Отловились, просушили садок, либо не просушили садок, потому что ситуации бывают разные. Дождливая погода. Взяли свой вот этот дурно пахнущий садок, положили сюда, положили какой-то обвес, потому что пространства еще остается достаточно много. Можно уместить кучу всего разного. Закрыли. Все. Понесли, положили в машину. И можете быть уверены абсолютно точно, что ни снизу, ни сверху из этой сумки никакая влага в вашу машину не выльется. Запахи оттуда не поступают наружу. Все у вас находится внутри. Все законсервировано четко и надежно. Приехали, положили, отловили, положили садок вовнутрь, напихали туда всякого разного другого обвеса, ноги для платформы, какие-то держатели, крепления, тазики, рукомойники, столы, которые могут сюда поместиться. Все сложили, на молнию закрыли, взяли за ручку, отнесли машину, бросили. Из этой сумки ничего не выльется. Запахи из нее не выходят, то есть все надежно здесь законсервировано. Доехали до дому, до дачи, вытащили садок, все достали, просушили, помыли. Внутри водой взяли, сполоснули, положили, все сложили обратно сухое. В следующий раз взяли сумку с собой, поехали на рыбалку. Все у вас красиво, аккуратно сложено. С вами была компания «Волжанка» и я, Андрей Думчев. До новых встреч!